Как выгодно представить свой товар или услугу в интернете и поднять продажи с помощью всемирной паутины? Эти и другие вопросы волнуют многих предпринимателей. Сегодня под руководством интернет-маркетолога химчане разбирают тонкости продвижения в сети. Владимир Бархаев – создатель и владелец своего диджитал-агентства. Работал с разными компаниями и, как никто другой, знает о главных проблемах бизнесменов. Предприниматели часто инвестируют свои средства в различные каналы, очень часто в них разочаровываются, именно потому что не совсем понимают, как правильно это делать. Помимо известных способов рекламы – телевидение, радио, наружка и размещение в печати – существуют и онлайн-каналы. Это социальные сети, блоги, интернет-рассылки. Сегодня они признаны более эффективным инструментом продвижения. Но самое важное – собственный сайт, визитная карточка компании. Специалист поделился с химчанами знаниями на конкретных примерах. В агентствах сайт на бесплатной платформе стоит от 40-50 тысяч рублей до 300, ну там и выше, в зависимости опять же от сложности. То есть сколько будет страниц, сколько услуг, какой там будет функционал. Например, если транспортные услуги, то многие хотят, чтобы там был сразу калькулятор стоимости, расчет доставки. Полезную информацию можно узнать не только здесь. В Химках постоянно проходят мастер-классы на любые темы. Выбрать интересный для себя можно в афише газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте event.admhimki.ru.